Как купить квартиру в Турции на этапе строительства? Недвижимость в Алании по самым выгодным и низким ценам. Об этом и многом другом вы узнаете в сегодняшнем выпуске от компании Liga Real Estate. Меня зовут Мария, и мы приготовили эксклюзивную информацию. Прямо сейчас мы расскажем и покажем, в какой момент нужно ловить самые стартовые, то есть самые низкие цены на квартиры в Алании. Что такое тот самый этап карандаша, о котором мы вам так много рассказываем? И как оформить беспроцентную рассрочку на недвижимость? Ставьте лайк и смотрите этот выпуск до конца. Несмотря на Новый год, праздники и выходные дни, работа в компании Liga Real Estate кипит ежедневно и практически в круглосуточном режиме. Буквально на несколько минут мы хотим поговорить с владельцем компании Ксенией Балджи. Но, как вы видите, сделать это очень тяжело, потому что прямо сейчас за моей спиной придумываются и обсуждаются новые эксклюзивные проекты, которые совсем скоро будут реализованы компанией Liga Real Estate. Итак, нам это сегодня все-таки удалось. Ксения, добрый день. Добрый день. У нас есть огромное количество вопросов от наших подписчиков, в том числе о том, что же сейчас происходит прямо здесь, в этом кабинете. Друзья, вы меня просто застали врасплох. Мы обсуждаем наш будущий проект, который тоже будет по традиции в Демирташе. Знаете, как вообще происходит в Турции покупка земли? Вот когда ты покупаешь какую-то землю, начинаешь делать на ней проекты, успешно строишь, сроки сдаешь, все владельцы земель приходят к тебе. Сами приходят. Да, купите у нас, купите у нас. И ты становишься таким амбассадором определенного района. Вот у нас так получилось с Демирташем. И вот сегодня мы уже на стадии не просто обсуждения проекта. У нас сегодня вышли 3D-визуализации проекта, на который мы пока даже разрешения не получили. То есть мы выкупили землю, подали на разрешение и... Сейчас вот как раз-таки обсуждаем проект, какой он будет, что в нем будет. Что такое стадия 3D-визуализации? Mm-hmm. Это стадия, на которой я уже могу приобрести недвижимость или все-таки еще нет? Это стадия, когда остается где-то около 3 недель-месяца до момента, когда вы можете уже купить недвижимость. На данном этапе вы можете забронировать, но цены, то есть точного ценообразования пока нет. Вы можете, например, сказать, что я, если как инвестор, я встаю в очередь для инвестиций в этот проект. Он мне очень нравится. И, естественно, когда выходит цена уже первичная, вы можете взять самую вкусную цену, самые лучшие квартиры будут уже за вами. То есть ваши квартиры будут уже закрыты в прайсе. Вы просто говорите количество. Например, 1, 2, 3 я хочу закрыть. И в первую очередь я их могу приобрести. Конечно, конечно. Отлично. А еще тогда следующий вопрос. Самые стартовые цены, вот самая выгодная возможность. В какой момент она происходит? Для всех, то есть, для, скажем так, для всех наших подписчиков, клиентов, она происходит в тот момент, когда у нас выходит прайс-лист. Как раз-таки, если считать сегодняшнего дня, то примерно через месяц. Но если вы инвестор, который уже неоднократно вкладывался в наши проекты, то уже сейчас вы можете сделать бронь. И, как я уже сказала, для вас, когда выходит прайс-лист, самые вкусные квартиры будут закрыты именно под вас. Тогда хотелось бы расспросить у вас такую инсайдерскую, эксклюзивную информацию о том, что же это будет за новый проект. Дорогие друзья, смотрите этот выпуск до конца, потому что здесь действительно эксклюзивная информация, которую не знает еще абсолютно никто. Итак, Ксения, самый, наверное, важный вопрос. Как же будет называться этот жилой комплекс? Этот жилой комплекс будет называться Astra Garden. Вы знаете, что все наши жилые комплексы начинаются с Astra. Мы назвали их такими звездочками. Звезды Демирташа. И данный проект, так как у него будет достаточно большая зеленая территория, мы решили все-таки назвать его Garden. Вот, собственно, перед вами первые. Вы видите первыми. Сейчас я тоже вижу в первый раз, на самом деле, вот эти вот 3D-визуализации, как это будет выглядеть. Вот такой проект, как я уже сказала, в районе Демирташ. И сейчас мы как раз-таки обсуждаем. Хочу представить всех, кто сегодня с нами. Наши подрядчики, дорогие, наши партнеры. Бурак Бей – это директор проекта. Фуркан Бей – архитектор, инженер. И Мерве Ханым – это наш дизайнер интерьера и зон общего пользования инфраструктуры. Вот как раз-таки они нам сегодня и принесли все эти прекрасные 3D-фотографии. Как здорово, да, что можно в наше время вот прямо вот посмотреть то, как оно будет выглядеть. Это действительно будущий проект, он будет выглядеть именно так в жизни? Именно так. Это уже утвержденные последние железобетонные наши конструкции. Сколько будет блоков и сколько будет этажей на территории Astra Garden? Это будет один блок.
такой буковкой «В» он будет стоять. Девятиэтажное здание, квартира планировок 1 плюс 1, 2 плюс 1. И здесь мы выделили один дуплекс, он будет планировки 3 плюс 1. У одной из квартир получилось достаточно такое большое пространство, которое, ну, как-то надо было использовать. В общем, мы соорудили такой эксклюзивный пентхаус. Кто-то один его будет его владельцем, скорее всего, тот, кто как раз-таки будет покупать на стадии котлована, потому что это действительно эксклюзивная планировка, которая будет вот в этом жилом комплексе, ну, кроме стандартных 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Дорогие друзья, подрядчики, архитекторы, дизайнеры, честно говоря, против, чтобы мы так активно раскрывали всю информацию, но все-таки мы зададим Ксении этот вопрос и, разумеется, спросим. Ксения, какой метраж квартир 1 плюс 1, 2 плюс 1 будет в этом жилом комплексе? Квартира 1 плюс 1 у нас планируется как 46 квадратных метров, 2 плюс 1 у нас в виде дуплексов 96 квадратных метров, и вот тот самый эксклюзивный дуплекс, он будет порядка 110 квадратных метров. Этот дуплекс будет занимать верхний этаж? Верхний этаж, да. Все 2 плюс 1 у нас тоже на верхних этажах, и это тоже двухэтажная квартира площадью 96 квадратных метров, а вся вот эта вот общая зона – это 46 квадратных метров квартира 1 плюс 1. Здорово. Мы прямо сейчас видели на визуализации несколько интересных деталей. Это детская площадка, аквагорки, я здесь видела. Да. Очень красивые беседки. Что еще здесь будет? Что еще здесь будет? Баскетбольные площадки-теннисного корта у нас будет вот такая вот дорожка для пробежек и для пеших прогулок тоже для любителей. Прямо на территории комплекса? Прямо на территории комплекса, да. Итак, так как мы вместе с вами сейчас разбираем и впервые видим вот эти вот 3D-фотографии, все спрашиваем у наших дизайнеров, каким образом было все спланировано, потому что мы утверждали только объекты инфраструктуры, которые будут, а, собственно, планировки делали уже дизайнеры, наши архитекторы. Итак, у нас общая территория 5000 квадратных метров. На территории у нас будет, как я уже сказала, да, теннисный корт-футбольное поле-баскетбольная площадка, вокруг которой расположится дорожка для пробежки и для пешеходных прогулок. Бассейн, террасы для, как это называется, да, VIP-ложи, или как они называются у нас, да? Они будут прямо на территории комплекса. Да, это на территории комплекса, да. И вся инфраструктура вообще, в принципе, была спланирована с учетом того, что одновременно здание будет заполнено на 80%. То есть, да, то есть, когда здание заполнено на 80%, чтобы всем было место, где можно там принять солнечные ванны, чтобы бассейн был не переполнен, да, то есть вот мы отсюда сейчас смотрим, нам кажется все это таким достаточно маленьким, но если смотреть на расчеты, то совершенно спокойно и без каких-то, да, как скажем так, проблем очередей люди смогут пользоваться одновременно зоной общего пользования. Вот здесь у нас вот под этими стеклянными панелями находится скрытый бассейн, таким образом, что солнечные лучи даже зимой будут проникать внутрь здания. Как сказал наш дизайнер, можно будет загорать даже зимой. Все продумано действительно до мелочей. Ксения, а что вот это за зона? Вот это так называемый декоративный бассейн, вокруг которого будут тоже какие-то лавочки, стульчики, столики. То есть жилищные собрания ежегодно будут проводиться также здесь. Ну и такая как зона отдыха. Вы сказали о том, что здесь будут какие-то VIP-ложи, VIP-беседки. Это будет отдельно оплачиваться? Нет, это оплачиваться не будет. Это вот эти вот... это такие, знаете, сдвоенные шезлонги, да, у нас на пляжах тоже как сейчас диван. Это модно. Как диванчики, да, как двухспальные кровати, да, тоже их по-другому называют. Нет, они не будут оплачиваться, да, то есть, как говорится, кто занял, тот занял. Но, конечно, я уже сразу, да, предвещаю вот эту вот резервацию в 6 утра с полотенцами. Да, это будет, конечно же, контролироваться все, да, это будет... по этому поводу будет предупреждение на первом как раз-таки собрании жильцов, поэтому здесь будем четко это все отслеживать. А достаточно просторная у нас парковка, если учитывать, что вот здесь вот у нас въезд, вся задняя сторона здания, вплоть до вот боковой стороны, будет у нас открытая парковка. Ну, также в комплексе, разумеется, будет фитнес, сауна, тренажерный зал, стандартный такой набор. Это все внутри будет? Это все уже будет внутри, да. Ксения, какой сейчас, вот в 2022 году, айдат за обслуживание такой инфраструктуры? Хотя бы примерные цифры. Примерные цифры сейчас по Алании варьируются от 50 евро до 80 евро. На каком расстоянии от моря расположен данный жилой комплекс? Если быть точным по Google картам, это 2 километра 200 метров. Но, как вы знаете, у нас у всех комплексов есть трансфер до пляжа и собственный пляж для удобства наших жильцов.
Дорогие друзья, вам сегодня крупно повезло, и можно считать, что вы нашли настоящий бриллиант в районе Демиртаж. Ниже цен уже не будет. И прямо сейчас вы эксклюзивно можете посмотреть на то, как будет выглядеть жилой комплекс, который называется Astra Garden. И, кстати, не только посмотреть, но уже и забронировать квартиру. Для этого прямо сейчас вы можете нажать на ссылку под этим видео. Вы попадете в онлайн-чат, и менеджеры компании Liga Real Estate с радостью расскажут вам все детали и, разумеется, алгоритм действий для бронирования вашей будущей квартиры в жилом комплексе премиум-класса. Ну что же, прямо сейчас мы с вами посмотрели, как выглядит этап 3D-визуализации и согласования проекта будущего жилого комплекса премиум-класса. И я знаю, что у многих из вас возникли вопросы и даже какие-то волнительные сомнения. А точно ли дойдет до этапа строительства? Как быстро начнется строительство? И как выглядит сам этот процесс? Эксклюзивно для подписчиков нашего YouTube-канала прямо сейчас мы отправляемся в город Газипаша, где буквально несколько месяцев назад началось строительство жилого комплекса. И у нашей компании есть эксклюзивные права на продажу квартир. Вы сможете посмотреть, как продвигается строительство и увидеть сам процесс. Сегодня мы с вами приехали в город Газипаша. Это еще одно очень перспективное место для выгодных инвестиций. Что же это за город и чем он известен? Во-первых, именно в этом городе находится ближайший к Алании международный аэропорт. Во-вторых, здесь просто невероятно красивые чистейшие пляжи. И многие жители Алании в летний период именно сюда приезжают для того, чтобы поплавать в чистом море, а также насладиться нетронутой природой. У города Газипаша огромные перспективы для развития. Этот город ждет будущих инвесторов, и на данный момент здесь еще достаточно большое количество свободной земли. Мы уверены, что в скором времени за счет идеальной береговой линии этот город станет потрясающе интересным летним курортом. И именно здесь компания Liga Real Estate готова предложить вам, дорогие подписчики нашего канала, эксклюзивные условия для покупки недвижимости в новом комплексе премиум-класса. Строительство этого комплекса началось в 2022 году, и у него невероятно удачно расположение. Дорога в тот самый международный аэропорт займет у вас буквально 5-7 минут, а дорога до ближайшего пляжа, который гарантированно вам понравится, займет буквально 3 минуты на автомобиле и 7-8 минут пешком. У этого проекта очень интересное расположение. Он состоит из нескольких блоков, один из них отдельно стоящий, и два других расположены на противоположной стороне дороги. У этого комплекса будет шикарная инфраструктура, и здесь будет абсолютно все. Начиная с открытых плавательных бассейнов и зоны отдыха вокруг них до внутренней инфраструктуры, которая представлена римскими паровыми комнатами, сауной, хамамом, комнатой отдыха и многим другим. И прямо сейчас я хочу показать вам локацию этого места. Сейчас мы с вами становимся свидетелями того, как жилой комплекс премиум-класса с этапа карандаша воплощается в жизнь и идет его активное строительство. Компания Liga Real Estate предлагает очень выгодные условия для приобретения квартир в этом комплексе, а именно беспроцентную рассрочку. В Турции действительно ипотека выглядит совсем не так, как мы привыкли. И покупка квартиры – это не тяжелое обременение и кредиты, а достаточно выгодные и легкие платежи в индивидуально согласованном для вас графике. Какие же квартиры есть в продаже в данном проекте? Ассортимент и выбор очень велики. Все начинается от квартир планировка 1+1 и площадью от 60 квадратных метров. Далее здесь имеются квартиры побольше планировкой 2+1 с отдельной кухней. И это очень важно, потому что чаще всего в Турции кухня объединена с гостиной. Площадь квартир 2+1 начинается от 120 квадратных метров. Ну и разумеется, в комплексе такого уровня просто не может не быть двухэтажных квартир, которые в Турции
Турции называются дуплексы. И у этих дуплексов есть самая разная планировка. 2 плюс 1, 3 плюс 1 и 4 плюс 1. Чтобы вы понимали, квартира планировкой 4 плюс 1 – это просторные пятикомнатные апартаменты. Как правило, они располагаются на самых высоких этажах нашего жилого комплекса, и оттуда открывается потрясающий вид. Кстати, хочу сказать вам еще один очень интересный момент про локацию данного проекта. Именно в этом месте расположено огромное количество различных супермаркетов. И здесь вы с легкостью сможете дойти пешком до ближайшего магазина, ну а также прогуляться на пляж. Широкая набережная, которая в ближайшем будущем будет благоустроена, а также просто потрясающая природная красота. Также хочу сказать несколько слов про удачную локацию данного проекта. В шаговой доступности от вашего будущего дома будут находиться различные супермаркеты, а также, не торопясь пешком, по набережной вы сможете прогуляться до ближайшего пляжа. Кстати, у него очень интересный ландшафт. Те, кто хотя бы раз были на этом пляже, наверняка его никогда не забудут. Стоит подняться повыше, где вас ждет панорамное кафе в виде корабля. Там вы можете попробовать традиционный турецкий завтрак, а также поплавать в бассейне с морской водой. И с этого места открывается невероятно красивая панорама. Это место, которое лучше один раз увидеть, чем несколько раз о нем услышать. Прямо позади меня, под Красной горой, находится легендарный Кызылын Бич. Когда вы видите эту локацию на фотографиях в Инстаграме или в других социальных сетях, сразу же возникает вопрос, а где это место? Я хочу там оказаться. Впереди нас находится не менее легендарный Кору Бич, у которого очень интересный природный ландшафт. Буквально еще год назад на этом месте не было такой набережной и не было фонтанов, но, как вы видите, все стремительно преобразилось. Открываются новые рестораны и пляжные бары. Наверняка у многих из вас возникнет вопрос, почему же люди в свои выходные дни приезжают именно сюда. Потому что здесь мы можем побыть наедине с природой, ощутить атмосферу гармонии и спокойствия. И здесь действительно очень малолюдные чистые пляжи. Лично я очень часто приезжаю на эти пляжи в тот момент, когда к нам прилетают гости. Хочется показать им другую, нетронутую Турцию. И, как правило, после города Газипаша у всех остаются очень приятные впечатления и одно желание – вернуться сюда снова. Что же еще интересного в этом месте? С точки зрения инвестиций, чем раньше вы инвестируете в недвижимость в городе Газипаша, тем лучше. Почему? Я уверена, вы поймете уже буквально через год. Недвижимость в Турции стремительно растет в цене. И такие нетронутые перспективные районы, как Газипаша, где, кстати, как я уже сказала, есть международный аэропорт, можно пересчитать по пальцам. А она находится вот практически у нас под рукой. Тем более с надежной компанией Лига Real Estate покупка недвижимости с беспроцентной рассрочкой оставит у вас только самые приятные впечатления. И здесь же, буквально в шаговой доступности, находится несколько также абсолютно бесплатных пикниковых зон. В выходные дни, особенно в воскресенье, здесь достаточно много местных жителей, потому что все хотят насладиться этим потрясающим видом. Но в будние дни здесь вообще никого нет. Кстати, вы смотрите на красивую природу, которая нас окружает. Пальмы, зеленые лужайки, комфортные дорожки и при этом практически никого. Я гарантирую, ни на одном пляже Алании и даже зимой мы уже не найдем такого чувства уединения. Это место располагает к велопрогулкам, а также пробежке по утрам. Но если вы подумали, что здесь есть только потрясающе чистое море, то вы ошибаетесь. Здесь еще невероятно красивый горный ландшафт. И этот вид будет открываться прямо с вашей террасы. Что еще интересного есть в городе Газипаша? Разумеется, здесь различные продуктовые магазины, достаточно большой магазин в Айкике, и здесь есть собственный рыбный рынок. Там вы можете попробовать свежие морепродукты и увидеть огромное количество новых видов рыб, которые наверняка вы еще не пробовали. Так что смело можете вносить город Газипаша в свой список must-visit в Турции. Я уверена, что здесь вам понравится и вы захотите вернуться сюда снова. Ну а скорее всего даже захотите здесь жить. Кстати, мало того, знаете, что за город Газипаша? Очень важно правильно выбрать локацию, где строить свой жилой комплекс. И надежные компании-застройщики, разумеется, уделяют этому огромное внимание. Поэтому, купив проект на этапе строительства вместе с компанией Лига Real Estate, вы можете быть уверены, что у вашего дома будет абсолютно удачная и выгодная локация. Если вы захотите в будущем перепродать, то вашу квартиру просто оторвут с руками. А прибыль к окончанию строительства, которая, к слову, запланирована на декабрь 2024 года, составит минимум плюс 30%.
выгодные стартовые цены на покупку недвижимости в Турции можно поймать как раз-таки на этапе карандаша и на начальных этапах строительства. И компания Liga Real Estate заботится о своих клиентах. Обязательно подписывайтесь на наши официальные аккаунты в других социальных сетях, чтобы следить за обновлениями и первыми узнавать анонсы самых новых и перспективных вложений в Турции. На этот проект у нас действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Если вы хотите узнать детали прямо сейчас, нажимайте на активную ссылку под этим видео. Ваш менеджер от компании Liga Real Estate оперативно свяжется с вами и подробно ответит на все ваши вопросы. Ну и разумеется, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, потому что именно здесь мы публикуем самые свежие новости Турции, анонсы ликвидных новых проектов. Вместе с компанией Liga Real Estate ваши шансы сделать выгодное вложение в турецкую недвижимость равны 100%. А это, как вы понимаете, очень и очень выгодно.